Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу, как я делаю сметанный крем. Для сметанного крема нам понадобится 170-200 грамм сахарной пудры. Все зависит от того, насколько вы любите сладкий крем. Также 600 грамм сметаны жирностью, желательно 20-25%. И сливки 33-35%. Держу миксера, отправляем 600 грамм сметаны и 200 грамм сливок. Постепенно увеличиваем скорость до максимума и взбиваем до плотных пиков. Взбиваем сметану со сливками приблизительно в течение 3 минут. Ориентируйтесь, конечно же, на мощность вашего миксера. После этого снижаем скорость на минимум и по 1 столовой ложке начинаем добавлять сахарную пудру. Крем получается очень нежный и очень воздушный. Он имеет невероятно нежный сливочный вкус и отлично сочетается как с бисквитными, так и с медовыми коржами. Обязательно попробуйте данный крем. Я уверена, что он вам понравится и вы будете его делать постоянно. Обязательно напишите мне в комментарии, пробовали вы сделать данный рецепт крема, и если он вам понравился, конечно же, напишите об этом. Ну и, конечно, если вы были с нами сегодня впервые, значит, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Всем пока-пока!